Раз, два, три. Угу. Ну, поставь, пожалуйста, зайчик. Зайчик. Переносиком в сторону от него. Угу. А, аккуратненько, маленький укусик. Маленький-маленький. Я же не очень так комфортно лежу. Почему это? А что ты вот слушаешь? Да, отлично, все. Ну, здорово. Капельку к Олесечке. Еще ручкой к Олесечке тоже. Да, вот так. Угу. Отлично. Подожди, ну. Мне кажется, знаете, это выглядит очень интересно. Правда? Андрей, понимаешь? Расскажи мне, пожалуйста, что делать. Сейчас расскажу. Да, ага. Да, так, хорошо. И прикройте ключики. Чуть нет. Это я шумочка лицо. Да, хорошо. Угу. А Лесечка тебя совсем не видно? Да. Не, лучше на Мишу. Мы на сельские поля. Как туда доехать? Непонятно. Почему я поля представлял себе? Это вот он. Кустарники. Это поле. А это улица, кажется. Слушай, какой мы там прикидим, мы из любой бары все идем. Видишь себя там? Да. Привет. Садишься, давай колесо. Короче говоря, арка там, по-моему, Наполеону построена, когда он такой вернется с победой и видит вот такую громадную... Россию. Ну, наверное, да. И видит такую вот арку. И, ну, вроде как вернулся, увидел. Ну, на беспределе. Ну, видимо, да. Ну, это так, предположение. Вычисленное когда-то из Википедии. Вот самое главное, что я говорю, это отсюда где-то 7 улиц уходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Да. Вот, или 8. Мог даже не увидеть. Одно из самых больших колес вообще в Париже, в Европе. Чтобы сдать нам права, многие сюда и ведут своих там девочек, мальчиков, чтобы они проехали сюда ученики. Если проедут без аварии, значит права сдали. Вот. Ну, как бы сейчас тут движение не очень такое большое. Когда до этого приезжали, тут вообще не пропихнуться. При этом все на мотороллерах своих, мопедах. Позвонись теперь не полностью, чуть-чуть плечко вот так. Ага, Миша, а свою ручку до чатфика повыше. Чуть-чуть. Все выше, все выше. Все, все. Да, да. И еще к Мише потянись поближе, пожалуйста. И еще прям потянись поближе. Известный на весь мир макаронный Ле Дюре. Ну, вроде как этот Ле Дюре Перу придумал эти миндальные печенья. Иди чуть-чуть вперед.
Сейчас пойдем кататься туда. Пойдем. А будем плевать сейчас еще? Ну, круг один, да? Правильно? Да. На солнышко посмотрелось. И еще, Миш, приобними посильнее. Ага, и напиши, вернись. Ой-ой, лисички поля сфотографировать надо. Смотри, какие. Нет, дайте. Я такая счастливая, я счастливая. Да. И еще с улыбочками. Да, здорово, сейчас еще чуть-чуть.